لماسكين الاعلام والصور وقفوا لي صف الاول يا زلمه. Мы сегодня здесь собрались, чтобы поддержать российский народ, поскольку наши отношения очень хорошие. Мы видим то, что сейчас происходит в мире, ту ситуацию, которая происходит на Украине. И мы солидарны с русским народом и сделаем все, чтобы помочь им, все, что в наших силах. حقيقة صمت على روح القائد المؤسس حق